рамках интернета не вплоть на характеристику персика сорта хасанский. Мне, знаете, что, вот, а сколько, вот я бы, может, не стал бы это письмо печатать. Вот это вот у меня на задорках интернета. Случайно. Да они должны быть уже сейчас в каждом саду. А, Ольга Исакова, не мешайте, ради бога. И сразу получил настрой на лирический лад. Дело в том, что это чудо природы достойно стать объектом воспевания для лучших писателей и поэтов современности. Занимаясь садоводством на дачном участке в Подмосковье, я бы не поверил, что самый вкусный, самый надежный и беспроблемный сорт персика я получу из Сибири. Кто-то может сказать, что вы, северяне, понимаете в персиках? Для вас любая кислятина прокатит по высшему классу. Возможно. Но я-то вырос на самом юге нашей, огромной родины под названием СССР и пробовал много чего в тех южных садах. Но даже в том регионе с персиками обращаются на «вы», и не всегда удается вырастить. Читаем дальше. В моей детской памяти навсегда остался трагический случай, когда некий бизнесмен решил вложить все имеющиеся финансовые средства в обустройство персикового сада. Вначале все было хорошо, но, допустив ошибку агротехники, он потерял сад, все состояние, саму жизнь. Ошибка в агротехнике, я сейчас назову 5-6 причин, и обязательно эти 5-6 причин угадаю, почему он потерял сад и жизнь. Хотите? А вы уже все знаете. Вот такая сложная культура персик. Но хасанский прощает садоводу ошибки. Я и все мои знакомые, кому посчастливилось стать обладателем этой культуры, в восторге от них. В нашей полосе хасанский созревает 1 сентября. В настоящее время наливается и укрупняется. Поэтому предлагаю фото урожая прошлых лет. Так, дополнение к вчерашним... А, вот смотрите, что получается. Это пока теперь не позвоню по этому номеру, я даже не вспомню, что это письмо и где его фотография. Или тот же Макаров. Алексей Иванович, ваша, не ваша. Ну, сейчас отвечать не обязательно. Или это вы такой лирический лад получили? Ну, так получается. И фотографии тут нету. Ну, верю на слово.